Королевская семья в очередной раз публично продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к принцу Гарри и Меган Маркль. Титулованные родственники проигнорировали второй день рождения дочери Сассекских, малышки Лилибет. И если в прошлом году официальные аккаунты королевской семьи в соцсетях сообщили о празднике маленькой принцессы, то в этом году никаких поздравлений не было. Источник, близкий к Букингемскому дворцу, утверждает, что Карл III и королева Камилла не поделятся официальным поздравлением внучки, поскольку они публично не отмечают дни рождения неработающих членов королевской семьи. Они, конечно, поздравляют Лилибет с днем рождения, но ни по каким официальным каналам ничего не выйдет, сообщил инсайдер OK. Магазин UK. А вот Елизавета II все же поздравила правнучку с первым днем рождения в 2022 году, сделав исключение из правил.